Меня зовут Тургай Эргельди. Я переехал из Турции в Россию, чтобы учиться. Учусь на четвертом курсе по специальности менеджмент по направлению бизнес-администрирования. С вами, с русскими людьми, хотел поближе познакомиться, учить вашу культуру, учить ваш менталитет. И самое главное, это ваш родной язык, русский язык. Он очень интересный и для меня очень важен. Я люблю свою профессию. Как я сказал, я учусь по специальности менеджмент. Я хочу создать себе свой бизнес. И выбрал такую профессию из-за того, чтобы учить все тонкости. Как создать свой бизнес, как управлять проектами, управлять людьми, анализировать риски. Я планирую работать в своей стране, в Турции. В этом году я заканчиваю свое обучение и планирую продолжить обучение в Политехе, в магистратуре. Стратегический менеджмент. Я уехал домой не сразу, когда началась пандемия, а где-то в середине весны. Этот период реально был очень сложный и для меня в России, и также для моей семьи в Турции. Вот, обучение к этому моменту уже было полностью дистанционным. Все стало понятно, как подключаться к занятиям и как они проходят. Вот наш политехнический университет нам организовал такое достойное обучение, которое оказалось доступно из любой точки мира. Вот именно тогда я принял решение поехать домой, чтобы в сложные времена быть вместе со своей семьей. Я рад, что вернулся обратно в свой дом. Вот ведь в России мой университет – это единственное место, куда я могу всегда прийти и где меня всегда встретят. Я очень рад, что нахожусь здесь. Пожалуйста, переезжайте в Россию, не бойтесь. И здесь всегда рады встретить вас. В нашем университете есть все возможности, чтобы идти к цели, чтобы добиваться, чтобы исполнить, избавить свои мечты. Переезжайте. Я рад, что учусь именно в этом университете, в политехническом. И здесь прекрасные преподаватели, которые нас, иностранцев, понимают и нас всегда поддерживают, помогают. В основном я свое время провожу в университете и также параллельно работаю. В свободное время восхищаюсь Санкт-Петербургом. Честно говоря, был во всех музеях. Больше всего мне понравилось, конечно, в Эрмитаже. Тут улицы такие длинные, и также дома построены очень классные. И самое главное, тут погода очень классная. Она, конечно, холодная, но привыкаешь. Ну, я нашел себе здесь друзей. Есть русские, есть иностранцы. Русские люди, именно вы очень уважительные люди. Тут говорят спасибо, говорят пожалуйста, и на людей обращаются на вы. Это очень здорово.